Да, я лечу в Лондон, нахожусь в Пулково, и будем надеяться, что долетим, пустят. Коронавирус нам не указ. Да, мама? Ну, в общем, поехали. Градусов 28-30 в аэропорту. Ужасно. А народу, конечно, с этой стороны нет, но там были люди, летят в Лондон некоторые. Никто не боится. Пока. Ну, поживем, посмотрим, как там будет дальше. Пока что все без масок, но я в самолете надену маску. Поехала в Лондон. Одна я в маске, больше никто. Сейчас пойду к своей любимой подруге Монике.